Я с Москвы приехал в свой родной город, блядь, чтобы уйти со своими ребятами, потому что родина. И потому что президент обращение делал ко всем. Один раз в военкомат я пришел, сказал, мне объяснил военком, военный комиссар, что говорит, вы только туда, как приедете в течение 2-3 дней, единоразовая выплата будет в размере 300 тысяч. А дальше уже будет. Давайте искать, кто нас обманул. Подождите, по поводу 300 тысяч. В Госдуму был внесен депутатами Коммунистической партии Российской Федерации законопроект. Он прошел только одно чтение. И все, его сняли с повестки дня. Про 300 тысяч. Хорошо, а кто же его подтянут? Дают свои партийные билеты, нахуй, и пошли вперед. Одно. Я вам не обещала 300 тысяч. Понятное дело, что вы нам сейчас здесь рассказываете. То, что нас наебали просто, и все. Дайте самого человека, кто может ответить на эти вопросы. Почему вас прислали сюда сейчас? Профессиональный выпуск. Пускай приезжает представитель города, встает здесь и отвечает. Мы сейчас вот это все выслушаем. Понимаете, вы-то не должны этого слушать. Поймите одно, у меня такая работа. А где у нас командир полка? Почему не с вами? Товарищ майор, где у вас командир полка? Пускай ворота он открывает нахуй. И вы пошли. Пусть сюда, пусть сюда. Может, мы приравниваемся к ребят, я вам скажу информацию, то, что у вас не касается. У вас такие же права, как у нас. Я настрою это.